Всем привет, братишки! Сегодня прохватим немножко. В этом видео сегодня я расскажу, почему мой мод работает как часы. Что я с ним сделал, как я его отремонтировал, сколько это стоит. Также поговорим о голубе. О каком голубе вы узнаете чуть позже. Ну что, погнали и максималку проверим. Вот, смотрите, стрелочка как. Чуть-чуть двигается. Чуть-чуть. Холостые прям идеальные. Вот он работает прям идеально, если слышно вам. Вот просто идеально, как автомобиль. Раньше такого не было. В общем, я нахуй! В общем, я отдавал в ремонт мотоцикл в мотосервис. Давай поговорим. В общем, отдал в ремонт мотоцикл, сделали клапана, то есть разобрали все полностью, посмотрели, там, по-моему, 3-4 клапана, впускные, выпускные, подрегулировали, шайбы подставили, по-моему, 5 шайб подставили. Что дальше изменилось? Была компрессия вот такая, сейчас видите на экране, да, там где-то 9, 10 и в одном 11, сейчас везде 12, как в новом мотоцикле. Дальше что сделали? Карбюраторы полностью почистили, поставили ремкомплекты. Все это мне обошлось все вместе с ремкомплектом 27 тысяч рублей. То есть карбы почистили, ремкомплекты поставили, отрегулировали. Дальше клапана сделали, шайбы подставили. Вот 27 тысяч, охренеть, да? Я ебу Али-Бабу. Я серьезно говорю, это пиздец. Дальше. Поставил цепь новую, просто шепчет, серьезно говорю, и на холостых, и не дергается, когда, допустим, на первой, на второй потихоньку едешь, вообще не дергается с газу. Раньше дергался. Цепь поставил хорошую, ДИТ. Правда, не золотую, но и золотая там, допустим, она вообще не отличается от обычной. Я прочитал именно на сайте поставщика, вообще никаких отличий нету. Просто цвет цепи. И за это там плюс 1000-1500 идет наценка. Вот. Когда приехал забирать, я охренел от того, ну как он работает. Вообще по-другому работал. То есть мне чувак, который ремонтирует на сервисе, сказал, что необходимо регулировать, ну, примерно там раз 25-40 тысяч километров. А на моем мотоцикле как раз 47 тысяч километров. Ну, я не думаю, что кто-то вообще регулировал цепь, либо еще что-то. Посмотрите, какая красота с правой стороны, если вы видите. Просто внеземная. Вот ради этого стоит жить, ради вот этого солнышка, которое садится за горизонт. Охренеть. Просто охренеть. Невероятно красиво, друзья. А что я хотел сделать? Я хотел вообще, ну, посмотреть, как сейчас едет, сколько он максимально. Он ехал 233, я замерял. И хотелось бы посмотреть, мне кажется, он сейчас поедет больше. Сейчас развернусь и покажу вам голубь, что сделал голубь. И вообще, вы охренеете. Сейчас ехал я недавно где-то 150. 150, 130, не точно, не помню, не смотрел на спидометр. Смотрите, бабах, да, ни хрена он залупенил мне. Вот голубь, остатки от голубя остались, просто выбил. И лечу я, получается, по трассе, ну, где-то 120, 130, ну, 150 максимум. Не сильно летел, все равно. Ой, хлопок такой, пу-пуф, прям хлопок, тут даже он, видите, фара разошлась. Вот, надо, ну, нет, все нормально. Вот сюда прям, здесь перья были, вот кровь вон и видно. Я охренел, я просто думаю, что за хрень случилось, разворачиваю мотоцикл, возвращаюсь на место события. Лежит прямо на дороге голубь с кишками раскровавленными. Я его взял, похоронил. И знаете что, еду потом и думаю, блин, а кто же виноват? Вот серьезно, вот так если задуматься, кто виноват? Голубь или я? Я разбирался целые сутки по поводу этого. В итоге, ну почему я, да? Вроде бы еду по дороге на мотоцикле. На снаряде, который летит 150. Летит голубь, не подозревая того, что этот снаряд влетит в него или он влетит в него. Вот кто виноват? Голубь вроде не виноват, да? Как бы ему не объяснить же, что есть дорога и ездят машины.
Я вроде не виноват, ехал вроде бы с допустимой там, ну, 120-130 скоростью. А голубь мертв. И его больше не вернуть. Напишите в комментариях, друзья, кто виноват, голубь или я. Меня вот это будет коребить, это как она называется, совесть. Я вообще не могу по этому поводу. Я вообще против убийств и насилия. Тут такая хрень получилась. Ладно, хоть я его похоронил. Хоть его родственникам не придется тратиться на похороны. Короче, вот он, Huawei, блядь, Highway, о, все правильно, Highway. Итак, друзья, давайте, ваши ставки, сколько она поедет после настройки всего оборудования, которое есть, клапана, карбы. Мне кажется, она поедет сейчас 250. Кстати, вон видите, желтая машина стоит, это служба, которая здесь всех спасает. Мне кажется, она поедет сейчас 250, прям на изи. Ну все, пробуем базарить мимо. Серьезное дело сейчас будем делать. Так, что там по камерам? Сейчас камеру проеду. И там пиздюлей. Ну никого нету, то есть как бы здесь можно наваливать. Вот, здесь, по-моему, камера. А, нет, нету. Ладно, погнали. Ну что, друзья, новый рекорд, 238 километров в час. Не дотянуло 2 километра до 240. Ну все, друзья, доброго всем вечера, добрых покатушек, ровных колес, ровной дороги. Вы были на канале Мотозубр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро будет видос про ИШ Юпитер 3. Очень крутой видос, долго буду снимать. Всем пока!